Вопросы звучат постоянно, люди обращаются. Нам надо до конца года все проблемы решить. Дом стоит, до сих пор он не строится. Из 27 этажей построено всего 10. Нас заметил Вячеслав Викторович Володин. Мы ждем помощи от него. Что мне делать? Когда я дождусь этого дома? Дождусь или нет? Мы, получается, платим за воздух, потому что наша квартира еще нету. Она на 18 этаже. Мы платим ипотеку. Мы туда вложили последние деньги. Наш мат-капитал, мы больше его не получим. Последние сбережения, которые у нас были. Всем показывают пятый дом. А то, что здесь еще есть первый дом, который уже год вообще не строится, эту информацию просто замалчивают. Последнее отдали, чтобы получить здесь квартиру. Валерий Васильевич, по двум домам обманутых дольщиков вопросы звучат постоянно, люди обращаются. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на отдельный контроль. И если у нас с вами что-то не будет получаться, просто подскажите, мы объединим усилия. Но нам надо до конца года все проблемы решить. Спасибо. Это исходить из того, что для нас вот первоочередная задача. Нам сказали, кран будет разобран и отвезен в ремонт. Сейчас занимаюсь этим вопросом. Если будет промедление или возникнет проблемы, которую я не смогу решить, обращусь к Вячеславу Викторовичу Володину за помощью. Такая договоренность у меня с ним есть. В любом случае, жителей и пострадавших в беде не оставим.